Что случилось? Еще ничего, но что-то намечается. Филиппа и Маргарита хотят со мной поговорить. Они сказали, о чем разговор? Нет, но я догадываюсь. Готова поспорить, у них есть на меня какие-то планы. И они милостиво заблаговолили меня в них посвятить. Сомневаюсь, что ты отвертишься от этого разговора. Если хочешь, я могу сходить с тобой. И тебе они наверняка будут говорить более взвешенно. Не уверен, но одна голова хорошо, а две лучше. Пойдем и закончим с этим. Вы хотели поговорить. С тобой, не с Геральтом. Геральт остается, или мы оба уходим? Пусть остается, Филь. Он все равно все узнает. Хорошо. Если только не будет встревать. Считай, я просто декорация. Ты наверняка помнишь, что у ложи некогда были серьезные планы в твоем отношении. Предполагалось, что ты пройдешь обучение и станешь одной из нас. К сожалению, тогда у нас ничего не вышло. Теперь мы намереваемся восстановить ложу и снова делаем тебе предложение. Присоединяйся к нам. Печально, что наша дорогая Шаала не сможет участвовать в этом предприятии. Но обстоятельства не позволяют нам соблюдать долгий траур. Ну, что ты решила? Ты присоединишься к нам? Так же, как тогда. Собираешься выдать меня замуж за какого-нибудь сопливого принца? Сделать вашей марионеткой? Тогда ты была ребенком, а мы плохо оценили ситуацию. Теперь мы предлагаем тебе партнерство. Равенство в ложе — это вздор. Всегда были те, кто вел игру, а остальные им вежливо поддакивали. Мудрость чародейки в умении найти для себя верное место. А твое место во главе. Прошу тебя, пойми, что ты была создана для великих дел. И в союзе с нами ты сможешь их совершить. Только мы научим тебя контролировать силу. Для этого у меня есть Авалак. И ты это допустил? Ты правда веришь в его чистые намерения? Не верю, но лучше иметь на шее одного знающего, чем целую ложу. Знающие всегда имеют тайные цели. Они никогда ничего не делают бескорыстно. Ты орудие в его руках, даже если сейчас этого не видишь. Мы дадим тебе знания и защиту. Но ты будешь сама себе рулевым капитаном и кораблем. В отличие от Авалакха, мы можем это обещать. Мы не ждем от тебя в данную минуту никаких решений. Обдумай наши слова и поговорим, когда будешь готова. Если это все, то... Мы едем на Скеллиге искать солнечный камень. Авалакх ждет в порту. Ну что? Не знаю. Я не хочу это обсуждать. Пойду пройдусь. Я бы тоже немножко отдохнул. Хорошая мысль. Иди поспи. Геральт. Геральт, проснись. Что? Йен, что случилось? Просыпайся. Посиди с нами. Трис, ты тоже здесь? Что происходит? Мы должны тебе кое-что сказать. Вы странно себя ведете. Мы? Нет. Просто мы с Йен пришли к выводу, что... Мы тратим слишком много времени на споры
а тебе? А ведь нас ждет битва с дикой охотой. Схватка с самим Эридином. Неизвестно, что может случиться. Поэтому мы решили провести время, которое у нас осталось, с максимальной пользой. Вместе. Продолжайте. Мы всегда любили друг друга. Ты любишь нас. Нет смысла с этим бороться. Радоваться надо. Поэтому мы приготовили кое-что особенное. Приходи вечером в зимородок. Приноси вино. Много вина. До свидания, любимый. Жду не дождусь. Это будет интересно. Не крутись тут. Я думала, ты не придешь. Мы не могли дождаться. А я ничего не получу? Ты уже получил, что заслужил. Эй, это не смешно. Вернитесь! Рис, ешь! Ну ничего себе они устроили. Воздержись от комментариев, я не настроен шутить. А я наоборот. Во что вы играли? В украшение беса или в освободи принца?
Лютик, блядь! Ну хорошо, хорошо, ну прости, но я не мог отказать себе в капле сарказма. Ну, ты как? Похоже, ты немного одервенел. Я получил по заслугам. Можно же было догадаться, что все слишком хорошо. Разумеется, можно. Ох, Геральт, как мало ты знаешь о женщинах. Ты правда думал, что сможешь получить их обеих? Тебе нужно еще многому-многому научиться. Если хочешь, могу дать несколько советов. Обойдусь. Пойду в порт, мы уже должны отплывать на Скеллиге. Удачи тебе, друг мой. И не держи на меня зла за этот маленький фарс. Да не держу пока, Лютик.